Ташкенте строительство новых жилых домов идет сумасшедшими темпами. И порой такими же строителями и застройщиками. Очередной сюр на данный момент имеет место быть на Куйлюке. Жители двух новостроек вместо радости от переселения в новые квартиры вот уже четвертый год вынуждены жить в каких-то нереальных условиях. В пятиэтажках, к примеру, отсутствуют лифты, а шахты стоят просто слегка прикрытой фанерой. Ни о какой безопасности, понятное дело, и речи быть не может. 2021 yılda koçup geldik. Ungacha ham remont qildik, shotda bo'ldik. 17-chi yildan boshlangan bu uy. Haligacha mana shu sarsongarchilikda yuribmiz. Men o'zim 2-chi guruh invalidiman. Davleniyam ham bor. Oyoqlarim, bellarim og'riydi. Lift yo'q, qiynalibman chiqishlarga. Endi hech kim rahmi kelmaydi-ki, shotda shu onam birinchi ko'chib keldilar. Shotda yiqilib-yiqilib yurdilar loy vaqtlarida. Shularga birinchi borib liftni qilaylik degan odamni o'zi bo'lgani yo'q. Mana haligacha lift yo'q. Mana necha yildan beri shu azob. Bir tepaga chiqib ketsam, bir haftalab, 10 kunlab pastga tusha olmayman. Nega tushsam oyog'im og'riydi chiqqandan keyin. 3 kun, 4 kun yotishim kerak. Mana shundan bezillab tusha olmayman, jigarlarimni, ukalarimni borib ko'ra olmayman. Bolalarimga o'zlari kelib ko'rishadi. Lekin o'zim yurishga qiynalaman. Mana shularni kamchiligi mana shuda endi. Bundan ortig'i qanaqa yana kamchilik kerak? Inson hayoti uchun, inson uchun hamma narsa mana inson parvar bo'lib prezidentimiz qancha gapiryaptilar. Qani bu yerda qiyinchiliklarni, azoblarni faqat tortib. На детской площадке вместо новых качелей горок стоят убогие железяки, которые, судя по их виду, уже где-то были в эксплуатации. А вишенка на торте – это несколько лет стоящие там коробки, в которых вроде хранится оборудование для лифтов. Но дело в том, что коробки ничем не прикрыты, и видно, что железяки в них уже давным-давно покрылись ржавчиной. Интересно было обнаружить и то, что при строительстве домов был использован пенопласт, включая лестницы, и вообще его там очень много. Несмотря на то, что дома были сданы в эксплуатацию в 2019 году, вид у них и вокруг них остается желать лучшего. Здравствуйте, я являюсь жителем этого дома. Нам обещали поставить лифт. Уже третий год мы никак не можем дождаться лифт от застройщика. Не знаю вообще, кто за это отвечает и кто это должен сделать. Но у нас даже есть бабушка на верхнем этаже. Она с трудом поднимается, спускается. Поэтому хотелось бы, чтобы скорее эта проблема решилась. Когда покупали квартиру, обещали лифт нам поставить, потому что мы брали на четвертом этаже, и для нас была проблема подниматься. А сейчас уже живем почти год, а до сих пор лифта нет. А так дом уже давно построили. Поэтому это сейчас у нас проблема. У нас такая проблема. Я живу на пятом этаже, и с моей стороны, со стороны окна находится мусорка. И получается проблема, в 6 утра приезжает мусорная машина, начинает мусор забирать. И этот шум постоянно в квартире не дает спать. Сколько раз к застройщику обращались, просили, чтобы мусорку убрали. Он обещал, что в другом месте построят и эту мусорку перенесут. Ну вот в течение 3 лет это как стоит, так и стоит на месте. И запах. Зимой-то еще куда ни шло. Летом особенно с той стороны уже окна не открываем. Потому что если летом откроешь окна, запах этой мусорки невозможно. Ассаламу алейкум. Құрметті тұрғындар. Мен 2017 жылдан бері құрылыс кетіватқан дом ахуалын көрсетуім мүмкін. 2017 yildan beri bu kiyotgan sharoit odam yashash uchun mo'ljallangan bo'ladigan bo'lsa, bizani yonimizda musor bor. Musor aholi yashash joyidan 20 metr kamida uzoqlik bo'lishi kerak bo'lgan joyda. Biz ertalabdan ochuv qolgan holda oynalar, sochi yosh bolalar uchun musorkani hillab o'tirib, domni ograjdenalab polni o'rash kerak edi. Bularda unaqa narsa yo'q, hozirgacha bo'lmagan. Asfalt masalasiga keladigan bo'lsa, asfalt hozir cho'rni bo'lgan. Hamma joy yama, podvolga suv kirgan, suv toshgan podvolda. Detskiy plashatkalarni mana ahvoli 5 marta, 6 marta svarka bo'lgan, boshqasi almashgan. Gazon abishat qilishgandi. Bu yerda bolalar emas, mashinalar kiradigan joy bo'lish kerak emas edi. Polni yopilish kerak edi ikki tomondan. Mashinalar orqadan aylanib kirib, o'zi oldida, orqada turargohi bo'lish kerak edi. Ko'rayotganda bu yerda hamma joy mashina qo'yib tashlashgan. Bolalar o'ynaydigan joyda stadion bo'ladigan bo'lsa, lift
Lift yaşları 3 yıldan beri durdu. Datçigi, başka narsası, hamarası zenginlenen halı açtı. Zenginlenen narsanı Nagruzka kotarıp diyen liftke işletişedi. Bu adres mesela bir yarım ilde Nagruzka kotarmasayan taşı olursa gerek yok. Ahol şu, önemli bana Roza'yı Ramazan kulları da kelemen dille lift işlemiydi, lift yok. Üçüncü etajge çıkamen dille birinci grup Nogorollarda. Hatta bu şu iptalliğe geliş için hem kıynarlardı. Birinci etajdan üçüncü etajge çıkınca 1 saat 30 minut, 1 saat 40 minut vaxtlar getirdi. Şunun için karındaşlayan kelamiydi, yakın kurum karındaşlayan kelamiydi. Yaşayman deysiz, mecbur nima qilasiz? Misol uchun bolangizni mamlaka holiga chiqarsiz, loy hamma joy. Yosh bola o'ynaydi, boshqa narsa qiladi. Yopiq joy bo'lsa ham mayli ekan bolani qo'yib yuborishga. Bu yerda yopib beramiz deyishgandi. Qo'shnilar bilan kelishib, boshqa narsa qilib, o'zimiz qo'ldan kelgancha hammasini qo'yamiz. Bu yog'i menimcha uyi qaysi holatda sotilgan bo'lsa, quruvchi tashkilot tomonidan hech narsa qilinmaganda. Podvol suv lift yo silif yaxshi emas. Kecha yomg'irda men bu kechagi yomg'irda suv ketadigan joy yo'q. Latokda oqadigan joy yo'q, qo'shilgan joy yo'q latokda. Turishdi bo'ldi, hech qayerga suv ketmaydi. Shu hech qayerga suv ketmaydi. Shu baloto bo'lib turaveradi suv. Это должен был дом сдавать в 17 году, а мы живём в 19 году, уже даже ничего нет абсолютно. 17, 19, 18. 17, 18, 19, 20, 21, 22, уже 23, 7 лет прошло. За 7 лет можно было строить это все?